Вот здесь камень, видимо, при транспортировке откололся. Видите, четкая геометрия его. Если его убрать, получается очень некрасиво. То есть острый угол такой выступающий с лицевой стороны. Сейчас я подсыплю мрамора и приподниму его. То есть я продублирую вот этот спецэффект, когда мрамор приподнимает вот этот коричневый камень. Вот она, эта невесомость. И я прокинула дальше вот этот дубляж. Так, сейчас еще туда буду подсыпать, подбивать камень. Вот так я начинаю протягивать историю. Также протягиваю историю парящего и тем самым объединяю их. Вот здесь начала уже потихонечку выкладывать тоже историю удаления. Вот кто скажет, что это не натуральный камень? А ведь это тоже своего рода произведение искусства, такие вещи создавать, чтобы они вот как скала были.